Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Вулха. Так, пятый день, забираем с тобой рыбу. Кстати, друзья мои, я предыдущий ролик, ну вы уже его, естественно, посмотрели. И у многих вопросов, почему, во-первых, нету звука, а во-вторых, почему даже в некоторых пропадает музыка. Прикинь, они сейчас даже сделали запрет на музыку, потому что авторские права, видите ли. Поэтому мне пришлось, ребята, я загрузил его на YouTube, а потом смотрю, авторские права, мне пришлось удалять всю музыку, поэтому так долго видосика не выходил. Поэтому в этом видосике я вырубил вообще музыку. То есть, не то что музыку, я вообще вырубил здесь все, чтобы не было этих авторских прав. С какого фига они стали так делать сейчас, я не понимаю, ребят. Ладно, это все мелочи, давай-ка мы с тобой сегодня будем... Да проходить события, ну вернись, засранец, ты там не нужен все равно. Так, сарделечка, давай глянем, что нам принесет сарделька. Так, а сарделька нам... Слушай, ребята, у нас на выбор три руны. И как всегда нам дадут те руны, где меньше всех, да? Четыре, ну естественно, 4, 6 и 12 было. Ну, я другого и не ждал. Ладно, я сардельку, наверное, отправлю. Куда? В приключения? Куда? В драконий край пускай летит. Так, дальше у нас идет барсик. А я даже не сомневался, что выпадет тусклый янтарь. И, скорее всего, на рулетке выпадет тоже, ребята, тусклый янтарь. Смотри, 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 смотри. Оу! Да ладно! 300 железа, ребят, ну это прям, ну, нонсенс. Для меня нонсенс. Я очень сильно удивлен этому. Очень сильно удивлен и очень сильно доволен, скажем так. А вот здесь, давай руны, пожалуйста. Нет, тусклый янтарь. Тусклый янтарь, тусклый янтарь, тусклый янтарь. Вот, я теперь буду всегда, ребята, говорить про тусклый янтарь и будем получать что-нибудь лучше. Если я буду желать что-то лучшее, мне всегда будет выпадать тусклый янтарь. Так, ну что, Грамгильда, у тебя там... Ну, тут понятно. Тут, к сожалению, выбор невелик. Да и фиг с ним. Войдите. Войдите. Так, что у нас здесь? 12 это фигня, это тоже фигня. Очень мало, конечно, они мне приносят рыбы. Так, 112 миллионов нужно для того, чтобы, друзья мои, прокачать мне костолома. Но пока у меня нет столько рыбы, я что-то думаю, что вряд ли мы и найдем столько. Так, кстати, подожди, у нас древесина же должна... Да, у нас древесина на почте есть. Я для чего это сделаю? Чтобы вот его отправить. Отлично. Так, 20... Слушай, 27 миллионов, это нормально. Это нормально. Так, этот у нас получил левел ап. Давай мы его дальше. Перья и шкура будем прокачивать. Ты сколько там? 35 миллионов приносишь рыбы. Тоже годится. Ты 36. Но давай тебе апнем, так уж и быть. Апнем, плюс мы его отправим, естественно, ребята, на прокачку. Так, этот у нас получил 119 уровень, друзья мои. Слушай, а почему у него не идет эта прибавка, а, ребят? Я так не играю. Прибавка у него почему-то не идет. А мне, может быть, хотелось этой прибавки к древесине. Так, ладно, этих супостатов сейчас отправим. Пускай они там шоркаются, собирают все. И... Тик-тик-тик-тик-тик. Модификрылку бы, конечно, прокачать бы мне не помешало, ребят. Ну, стоит, конечно, просто бешеных. Бешеных, ребята, ресурсов она стоит. Именно на прокачку. Давай, слюну. Бесплатно. Слюну бесплатно заказали. Офигеть. Так, здесь что у нас? Ну, этот парень, понятно, этот не будет прокачиваться ни за какие ковришки. Он будет до последнего тут сопротивляться, выпендриваться. Страхокол этот. Этого мы отправим за деревом. Страхокол. Ну что ты мне тут принес? Мячики свои. Мячики какие-то непутевые ты мне принес, да? Ладно. Так. Ну. Да неужели? Неужели ты у меня решил апнуться, а? Дрожжезубчик. Ну красавчик, красавчик, молодец. Все, иди тренируйся. Так, а ты, огнепек? Ну, огнепек, конечно же. Солнцепек, огнепек. Пускай будет дальше тренироваться. Так, а вот с этим мне что делать?
Так, кипятильник, подожди, у нас с тобой какое-то задание, я же помню. Добыть рыбу. Кипятильник, давай-ка. Подожди. А это какой? Ты серьезно, блин? Я все это время не того кипятильник, ребят, качал. Повысить уровень кипятильника до 48 уровня. Поручите кипятильнику добыть. Да ладно. Открыть. Пой. А что, в плане у меня... Нет, ребята, тут какое-то вранье. У меня что, вы хотите сказать, что у меня нет обычного кипятильника? Вот у меня эксклюзивный есть, а обычного нету? Так, подожди, что тут у нас? А, крылатый ужас. Я не верю в это. Нет, 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 ребят, я в это не верю. Ну-ка, подожди, я сейчас зайду в свою обитель и гляну. Что за бред? Чтобы у меня не было. Кипятильник это вообще на самом деле, ну, самый-самый первый из самых первых драконов. И чтобы он у меня отсутствовал. Нет, уж увольте, ребят. Так, теперь бы вспомнить, где мне. Где мне посмотреть. Блин, почему для меня вот это такая проблема огромная? Найти, блин, какого-то замухрышинского этого. Где у нас. А, в академии. Все вспомнил. Так, сейчас, секундочку. Так, нет, в ангаре, наверное, в ангаре лучше посмотреть, потому что он у нас идет по уровню. Он идет обычный. Ну и поехали. Кипятильник, ребята, сложно с кем-либо спутать, потому что он, ну, кипятильник, ёк-макрёк. И у меня его нету. Вы серьезно? Необычный. Так, ладно, необычный, редкий. Слушай, ребят, по-моему, тут какую-то чушь нам втирает. Блин, неужели действительно у меня нет кипятильника? Я сейчас немножко в шоке. То есть все время, что я прокачивал... Я прокачивал не того, что ли, получается? Потому что мне нужно рыбу, блин. А этот кипятильник у нас, ребят, собирает только дерево. Стоп, подожди. А может быть у нас... Так, секунду. Начать. Поручите, говорит, кипятильнику там поиски. Открыть набор карт. Да, ребята, новинка, кипятильник. Я бы подумать такого бы не подумал, что кипятильник. У меня, кстати, вот там чудовище надо найти и кипятильник, и мы... Хотя у нас тут награда уже получена. Награда у нас получена. А вот здесь вот уникальный, ну да, конечно. Смотри, тут кипятильник-защитник еще эксклюзивный есть. Тут у нас вон какие должны быть. То есть, да. Так, снежный призрак-здоровяк, ветродуй-защитник, экзотический яйцекус. Название такое яйцекус. Яйцекус. Тут катастрофа, ужасное чудовище, изгой, экзотический шипорез и кнут и прут. Подожди, а кнут и прут? Подожди, а у меня же вроде бы есть кнут и прут. Ребята, ну кнут и прут у меня же вроде бы есть, был, я же помню. Враг плеваки?
Даже такой есть враг. Смотри, экзотический. А, ну экзотический кипятильник, это который вот. Это вот он, да? Да, ребята, действительно, у меня лишь, блин, только один кипятильник. Вот чего-чего я бы не подумал бы, так это то, что у меня нет его. Я для себя прям какое-то открытие сделал. А, ладно. Надеюсь, беззубик его быстро найдет. Кипятильника. Но мне его опять же нужно будет прокачать. Мало того, что еще прокачать, надо будет его заставить, чтобы он рыбу там добывал. Так, ну-ка, что у нас тут? Шипорез, громыль, шепот смерти. Ну, понятно, тут немножечко ресурсиков. Так, ну что, друзья мои, мы идем с вами допроходить событие, которое у нас осталось. Вот оно. Это осквернение святилища. Ну давай, вперед из песни. И сразу же мы попадаем на мини-босса. Сразу же попадаем автоматически на мини-босса. Три волны. Так, змеевик и у нас халабуда. Ну, начнем, наверное, со змеевика. А громельку потом мы, наверное, с собой будем чикать. Чуть-чуть попозже. Сейчас, подожди секунду. Так вот. Оп. Я офигею. С какого перепуга, ребята, они здесь музыку, блин, сделали под авторским правами? Я вообще не понимаю. Я просто вот этого не понимаю. И никогда не понимал, зачем так делать, чтобы в играх, тем более на Android-системах, там, ладно, еще на компьютерах, компьютерные игры могут там взять какие-нибудь там известные. Но здесь-то, блин, трындец. Вот теперь будем, ребята, играть. И это, кстати, почему-то все время только на зимнем периоде. На летнем таких косяков нету. В летнем периоде ты можешь слушать музыку спокойненько, не напрягаясь. А вот тут, видишь, они так сделали. Захотели подзаработать. И причем, ребята, это вот сейчас в данный момент я убираю музыку. Там у меня три запретки, поэтому там будет три места, где не будет музыки. Да там, в принципе, и звук-то не будет, потому что микрофон-то отключился. Поэтому можно просто даже не смотреть, ребята. Этот видосик будет выложен просто так, по факту. Чтобы вы хотя бы в курсе дела были, что и как, что происходит. Потому что я еще... Сейчас я, кстати, гляну здесь-то у нас с микрофоном-то все норм, а то... Слушай, ну все норм. Микрофон работает, устройство воспроизведения работает, но так как здесь нету никакой музыки, естественно, он молчит. Так, ну что, мы сейчас с тобой попробуем быстренько уничтожить костолом, а потом у нас будет следующим на раздачу звездюлей ветрокрыл. Вечером еще в часиков, наверное, 8, ребята, я не знаю, за кадром делать или не за кадром, буду черепашек проходить. Естественно, хочу приблизиться к Лиге Мастеров 3 звезды. А получится или нет, уже другой вопрос. Ой, зря я так сделал, ребята. А нафиг я сделал так? Мне же нужно было копить на слепоту. Рейчик. Ну, уже поздняк. Уже, ребят, надо дубасить. Он сейчас... Ох, сейчас он как пропишет мне, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же он мне сейчас пропишет. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Фух. Успели, молодцы, красавчики. Так, ну что, посмотрим, что нам выпадет на колесе. 75 миллионов рыбы. Так, 1000 тусклого янтаря. Ну давай, заберу. Забрали. Так, давай вперед. Раз, два, три, четыре. Подожди, а почему? Подожди, я что-то опять просчитался. Опять у нас не 5 поединков, а 6. Что-то здесь не то творится. Почему 11 волн-то, ёпростые? Должно быть 10. Всегда было ровное количество. Почему? С какого фига-то? Кстати, здесь всего 2 волны. Интересно, почему? Почему, ребят, здесь только 2 волны, а? Непонятно. Смущает меня это. На тебе. Он так выглядит, как дымовенный Кузя, ё-моё. Я уже об этом, правда, говорил. Повторяюсь, но если так оно и есть. Ага. Ага, 2 стража здесь. Два стража. Так, начнем с этого, пожалуй. Я так вот хильнусь.
Ну, не особо-то мы нанесли здесь урона, к сожалению, друзья. Зверолюд, твою налево. Поехали, этого добомбим. Здесь, наверное, вот так вот будем делать. В первую очередь Громыля ушатать надо. И смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну это хорошо, что он сюда бомбанул. Хотя, с другой стороны, не очень хорошо-то, ребят. Потому что мы получили меньше урона. Меньше урона получили, потому что у него есть, как сказать, иммунка против вот этих атак. А плохо то, что мы могли бы его уже давным-давно уничтожить, потому что Кривоклык, ты сам видишь, сколько он наносит урона. Так, разбег, бамс, звезданул. Так, сюда. И укус. Прекрасно. Так, здесь мы получаем 150 миллионов рыбы. Угу. Так, и опять мини-босс. Раз, два, три. Бред какой-то, почему? Раз, два, три, четыре. Что, неправильно посчитал, что ли? Я думал, что на две заходки. Получается, почему-то на три заходки. Как я так считал-то, а? Не пойму. Так, ну это, ребят, сосунки. Тут, правда, три волны. Но этих мы с тобой разнесем. Это явный факт. Тю. Молодец, красавчик. Но я все равно его сейчас вот так вот. Эть. Хорошо. Но что-то там. Смотри, что делает, а? Смотри, смотри, что творит. Он просто, ребят, понижает нам. Оу, три пристиголовых. Ну, тут, конечно. Сейчас кто-то из них будет фаерболы бомбить. А, это третий. Мы сделаем вот так. Угу. Потом давай сюда, наверное, бомбанем. И через отхил. Вот таким вот образом. Так, укус. Еще, наверное, хильнемся, да? И остается он тут один. Слушай, смотри, как он жестко бьет. Отнимает половину ХП просто-напросто. Так, ой. Ой, красный? Красный? Я в первый раз, ребятушки, вижу красного этого громобоя. Серьезно, я говорю, красный громобой в первый раз вижу. Причем он красный, а по факту как босс. Зеленка. Ладно. Ну давай сюда бомбанем, тогда добьем уже его. Так, сюда. Промахнулся, ну и прекрасно. Красный громобой. Хм, интересно. Так, хиляемся, ребята. Укус. Ну он такой, да? Даже, ты видел, даже этот, он ему наносит мало урона. Да, кривоклык. По мизеру. По мизеру. Хм. Хотя это страж. Так, ну давай, наверное, хильнемся еще. Хильнемся. Сюда сделаем. Все, нормуль. Так, здесь нам достанется рыба. Ну, уже побольше ее хотя бы выпало. Так, ребят, 100 рун. Забираем, прекрасно. Это почти 4000, нам нужно еще пятихаточка. Так, я забрал. Раз, поединок, два. Блин, нам очень, ребята, странно. Два, три поединка. Ну, этот, ладно, два платных поединка. Что за бред? Так, смотри, какое свиное рыло, ребят, здесь сидит у нас. А? Жвачное животное, ё-моё. Да, я знаю, что ты любитель пожевать. На тебе. Добивай его, барсик. Красиво. Так, дальше что у нас тут? Какие вы смешные, ребята. Такие вам расцветки тут понадавали всем.
Как елки разноцветные. Этот синий. Это же пресноголовый. Обычный пресноголовый, просто синий. Так же и с громобоем, ребят, наверное, было. Обычный громобой, просто сделали его там в цвет хаки, ё-моё. Шучу я. В этот, в красный цвет его покрасили. Ать. Сейчас ушатываем. Так, и последняя волна. Кто у нас тут? Я вижу, кто у нас тут. У нас тут бусурманы, друзья мои. Давай этого, наверное, начнем. Плюс сразу же хиляемся. Промахнулся. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Промахнулся, пристиголовый. Так тебе и надо. А этот завис. А этот просто завис. На тебе. Блин, неужели придется 120 рун, ребята, тратить? 100, блин, получил, и 120 придется тратить. Да, такое себе. Ну-ка, что тут? Опять рыба, но уже намного меньше. 22,5 миллиона. Ну что, друзья, я не знаю. Ну давайте, наверное, допроходить все-таки события. Потратим 120, 150 вернем. Нормально? Нормально, друзья мои? Даже 130. 20 в плюсе. 20 в плюсе будет. Ай, ладно. Была не была, пошли, да пройдем это событие. Надеюсь, без лишних трат. Не хочу, ребята, чтобы лишние траты у нас были. Так, здесь пристиголовый и тройной удар. Уклонение у нас сработало. Тройной удар. Блин, мощный парень. Мощный, ребята. Этому кранты. Все, беремся теперь за тройной удар. Не получится, конечно, его так быстро забомбить. Ой, неужели он сейчас... Нет, ребят, не стал он массовый делать. Не стал. И это нам... В плане... Два звездрыка. Это, по-моему, ядовитый, ребята. Надеюсь. Не надеюсь, не хотелось бы мне, чтобы это был ядовитый. Я доплю этот. Эть. Давай так вот. Шикарненько. Так, бомбим. И вот так. Нормально. Последняя, друзья мои, волна. Последняя волна. И поехали. Сюда. Сделаем так. Вот так. Ну куда ты лезешь? Ну не вздумай даже тут ничего делать. Вот так вот. Так вот можешь делать. Но не более того. Хлоп, хлоп. Ну, фаербол. Нет, ребята, он не стал никаких фаербол здесь выплевывать. И это круто. Все, добиваем его. Нормально. Так, крутим колесо. Выпадает нам древесина. Ну, древесинка уже 750, то есть фул. Так, что там у нас содержит элитных? Забираем пак. Сразу же, ребята, вон на открытие. Так, шторморез, чудовище, крылатый ужас, громорог, барс и вепрь. Ну и последний, ребятушки, поединок с боссом. Так что, сколько волн? Давай две волны. Две волны, пожалуйста. Пожалуйста, две волны. Есть. Две волны. Ну, начинаем мы, как видишь, уже прям напрямки из босяцких. Так. Ну. Хорош. Хорошо, что они, ребята, разделили свои атаки. Я, наверное, просто здесь укушу. Следующую выживем, надеюсь. Да я думаю, что выживем. Только не блокируй. Так, залечим раны. Здесь даванем. И сюда бомбанем. Так, громобой. Ну, начинает, короче, заниматься ерундистикой. Блокирует, конечно, друзья мои, конечно, блокирует. А мы вот так вот на него, слепоту, чтобы не выпендривался. А пока он будет ослепленный, мы будем его потихонечку бомбить. Надо будет, кстати, на следующем ходу, наверное, хильнуться нам. Ну, я думаю, и добьем. Вот, хиляемся. Бомбим, пробили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ну нафиг, да хорош, вы серьезно что ли? Ё-моё, ребята, вы хоть в курсе, кто это и что это? Да, конечно, вы в курсе.
Да. И это, ребята, огнеплюи. Это самый главный огнеплюй. Слушай, нам надо будет, знаешь что? Знаешь, что нам надо будет делать с тобой? Блин, причем они все стражи. Хотя бы минус один. Уже хорошо, ребят. Так, энергия у них не так же будет быстро, да, идти? Давай сюда бомбанем. Бомбанем вот так вот. А кто там будет ходить? Красный. Я не помню, у него, блин, на трех атаках или на четырех. Не помню, друзья мои, если честно. Сейчас вспомним. У-ля-ля. Слушай, ну... Ну-ка, так. На трех все-таки, ребят, он бомбит. И есть контакт. Слушай, возможно, даже мы пройдем, ребята, без всяких там эксцессов, если честно. Давай я, короче, сделаю вот так вот. А здесь потрачу плод прилив сил. Чтобы он просто нас, ребята, не жарил своим огнем. А этого мне уже дальше хватит, ребят, чтобы добить. Есть. Событие пройдено. Давай посмотрим, что выпадет нам здесь. Выпадает нам рыба 150 миллионов. Спасибо огромное. И забираем с тобой 150 рун. Красотища. Так, еще, наверное, наградка у нас будет. А ну-ка, якнок 500 штук с удовольствием заберу. Эх, моя родная. Ну что, давай. А, мы же здесь, кстати, с тобой не смотрели. Брошь опять эту забираем. Так, у нас есть рыба. Ага. Ну что ж, лети, родной мой, лети. И ты тоже не лети, потому что рыбы. Ну, перебор, ребят, фигли сделаешь. Так, шторморез, громобой, дикарь. Ага. У нас дерево дофига, а толку от него нифига, да, ребят? То есть тыквеброн. Тыквеброн, ребята, если мы получим ему 96 уровень, он уже начнет у нас добывать железо. Вот куда мне эти... Вот куда дерево там деть? Почему нету магазина, где бы я мог, ребята... как тебе объяснить? Чтобы я мог древесину эту, ну, по крайней мере, хотя бы обменять на рыбу, да, например. Ведь нет такого же. Так, сколько там секунд? Было же 30 секунд, по-моему, ё-моё. А, это вот здесь вот. Слушай, он сейчас вернется у нас. Без зубик-то. Но. Заполнен. Хотите собрать? Да. Беззубик, ну... Ты, конечно, извини, но нам придется тебя опять отправить. На поиски... кипятильника, блин. Обычного. Ладно, бог с ним, ребята. 9 рун потратим. Меня больше другое интересует. Куда потратить древесину? Просто некуда ее потратить. Никому она нафиг не нужна, понимаешь? Никто не хочет... Ну, этого что ли? Так академия нужна, блин. В общем, друзья мои, ничего не получается. Буду я с этой древесиной туда дальше маршировать. Ну что, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!